Добро пожаловать, ребят, я очень рад вас всех приветствовать, и сегодня у нас самые приятные моменты этого мира. Обязательно смотрите до самого конца, чтобы расслабиться и набраться сил перед наступающей рабочей неделей, либо же после тяжелого рабочего дня. Я прекрасно знаю, как все устают после работы, и поэтому сегодня вместе с вами я буду также расслабляться. Это просто невозможно. Ребят, после каникул, если ты ложился спать в 5 часов утра, а надо вставать в 7, это невозможно. Жиза, правда. И вот счастливые ребята, которые успели поставить лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. Я уверен, что в этом году у вас все будет прекрасно. Вот, уверите. И подписывайтесь также на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего не пропускать. 3 жизни, чтобы не сказать вау и подобные слова восхищения. 1, 2, 3. Господа и дамы, усаживаемся поудобнее и делаем немножко погромче. А что это? Какая-то очень удивительная пена на самом деле. Я подобное видел в ТикТоке. Только с другой стороны, знаете, где-то равновесие держишь. Я так не пробовал. Вот что-то подобное. Они все друг друга на коленях сидят. И так все держится. Но там все как-то вот на равновесии. Как, знаете, на детской площадке. Вот эти вот качели. Что-то подобное. Это так заваривается чай вблизи. Никогда не видел, на самом деле. Я просто бросаю в ситечко. Ой. Ой. Честно. Захотелось сказать то слово, которое мы договорились, но мы же договорились. Я обожаю вот эти вот мягкие, сладкие вещи. А что это за паук, ребят? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот я не могу понять. Зыбучие пески. Вот я не знаю, в каком районе это находится. В каком регионе, в каком полушарии это находится. Что? Что? Он плеткой сбил маленький скотч. Супер, супер антистресс с какими-то внутри блестками. Удивительно. Приятненько. А это он, видимо, в фен засосал пар, и, возможно, это обратная съемка. Что? Перепелиное яйцо? А лазером делает портрет. Я не понял, при чем тут перепелиное яйцо и вот этот портрет, вот этот рисунок. Интересно. Очень тонко. И посмотрите, какие ровные кусочки. Это сыр или что? Похоже на тесто какое-то. Аж ей захотелось, эти слюни потекли. Так ровненько, так аккуратно. Вот эта шестеренка крутится. Вроде бы ничего не такого необычного. Но когда воду сыпят на песок, она скрепляет вот этот весь песок, который она попала, и получается вот такая вот штука. Плотная. Посмотрите, какими слоями она. Потрясающе. Как же он быстро это делает? Мастерство, мастерство. Оно никогда не исчезнет, если ты привык постоянно это все делать. Это он с закрытыми глазами по-любому может это сделать. А тут что?
было эффектно. А это что? Что это? Мне показалось, что это птица. Мне показалось потом то, что это как что-то нарисованное. А это, возможно, флаги какие-то. Обожаю эту штуку. Только нет. Уф. Ой, ёлки-палки. Ой. Ребят. Я обожаю вот это. Прям просто. Это нереально вкусно. Вот эти вот, когда что-то лопается, знаете, такое тверденько внутри, мягко растекается. Это вообще супер. Кофе как рисует на нем, да, вот этот узор. Я видел, как, знаете, делают портреты вот на кофе, кофемашин, вот эти вот твоего или какой-то знаменитости. Неважно, там, типа, доплачиваешь и можешь свой сделать. А потом выпить. Такая вот пленочка, знаете, там делается, вот. Которую можно кушать. О. Я машинально сказал. Ёлки-палки. Я правда машинально сказал, серьезно. Это она налила воду в какую-то смесь и что-то среагировало, и она просто вылетела, как змея. Ёлки-палки, господа, господа и дамы, я восхищен. Чем же заняться с пацанами на Новый год? Ну, это эффектно, эффектно. Пивчик. Забавно. Как вообще вот это вот, я не понимаю, вот эти вот пузыри вообще держатся на руках? Вы можете сказать, какой-то, что за трюк? Что в них? Обожаю эти рисунки, посмотрите, как! Я просто ломаю мозг, когда это вижу, это просто, ребят, недавно, ну вот, похожее видео было, рекомендую вам обязательно посмотреть вот эти вот иллюзии 3D, я просто в восторге. Это шикарные просто рисунки, которые когда-либо могли придумать люди. Какой-то гель, какой-то желе. Что? О! Ёлки-палки, что он делает? Что это такое? Это типа тоже антистресс? Какой-то лава, какая-то... Какая лава, ёлки, что я говорю вообще? Это раскаленный металл. А это лед, походу. Приятно так таять. А это что? Это какая-то очень умная тряпочка, которая всю пыль прилепляет к себе. И машина чистая, можно использовать не только в машине, а у себя дома. Интересно, интересно. О, опять какой-то тортик. Опять какое-то кондитерское изделие. Или что это? Снежочек, снежочек. А что это? А, вот он трюк, вот он трюк. Просто для красоты, знаете, вот эти вот щели. Замазывают строитель. О! Тан... О! Как? Так ровно! Это что? Это, наверное, какая-то компьютерная графика. Так ровно режется. Телефончик. А... Что? Что? А как это? Это как? Я вообще боюсь даже высовывать руку с телефоном. У меня аж дрожь какая-то возникает. Я думаю, у вас так же. Это неприятно. Тут... Вы видели? Как ты попал? А что это азот? Или... Не пойму.
такую приятную музыку еще особенно. Просто залипательно на это все смотреть. Согласитесь. Стоп. Да ладно, так получается, что ли? Ну да, в принципе, до воды. А вода же гасит пламя. Обожаю просто, вот, не знаю, что за вот это вот сладкое, вообще супер. Смотреть на такой елки. Опять этот с этим песочком. Он сейчас затвердеет, и там будут такие волны, знаете ли. Вот как вода распространяется, вот что-то подобное. Сейчас затвердеет. Аккуратненько, я так когда-то в детстве на море делал. Но мне так красиво почему-то не получалось. Супер. Что? Так, видимо, обшивку кладут. Никогда-то не видел. Так, яйца. Это просто превосходный, шикарный момент, от которого действительно расслабляется весь твой мозг. Надеюсь, то, что вам это действительно помогло. Если так, если вы расслабились, обязательно ставьте большущий палец вверх, подписывайтесь на канал. Если вы тут впервые, чтоб ничего не пропускать, рассказывайте обязательно, в обязательном порядке всем своим друзьям, всем своим родным, близким об этом видео. Пусть тоже расслабятся, это просто... Не забывайте. А с вами был, как всегда, я, Райдиш. Ну, ребят, вам всем успехов, никогда не болейте, никогда не унывайте, не отчаивайтесь. Хорошего вам, конечно же, настроения, счастья, здоровья. Берегите обязательно себя и своих близких. И увидимся уже в новых видео.